Привет. Знаете, некоторые женщины, живут с мужчинами, все нормально, а потом они заикаются о свадьбе. Я имею в виду женщин. И слышат примерно вот это. Мне 30, моему мужчине 32. Мы уже 3 года живем вместе. И тут я решила ему намекнуть, что пора бы и узаконить наши отношения. На что он мне сказал, что, знаешь ли, все хорошо, конечно, но у тебя были половые партнеры до меня. Ну, естественно, мы в 27 познакомились. И я не могу взять тебя в жены, потому что моя жена должна быть девственницей. Поэтому уж извини, но я даже машину, говорит, бэушную не покупала, а купил в лизинг, потому что с детства не доедаю за другими, не беру чужие игрушки и пользуюсь только новым. Что вы думаете об этом? Мне вот интересно, за 3 года жизни со своим мужчиной неужели ты не узнала, что у него такие принципы, что он женится только на чистой и невинной девушке? То есть, как можно было столько провести времени с человеком и так до сих пор и не узнать его?